И всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и мы продолжаем играть в Punch Club. В прошлой серии я сломал себе стул, потому что тот придурок, который нас избил, меня дико бомбанул. И, собственно, мы будем ему теперь мстить. Я решил поставить музыку немножко, 10%, я думаю, это будет не так громко. Одну серию сделаю тестовую, посмотрим, как будет с музычкой. Мне кажется, будет повеселее. И как раз таки из-за того, что ее не было, мы проиграли. Не было мотивации, вот, ну, музыкально так, понимаете, когда приятно тренироваться под музыку. Соответственно, у нас, видите, сразу музыку врубил, настроение 100%, и пошли навыки. Так, сразу навыки у нас новые. Я беру себе апперкот. Я могу, да, апперкот беру себе. Так, сейчас, секундочку, я себе закрою Steam. Чё это у меня тут это? Вылетают друзья всякие. О, Steam закрыл. А, так. Записываемся на лигу через 3 дня чемпионов. И идем. Куда мы идем? Мы идем качаться, наверное, да? А чё бы нет, давайте покачаемся. Это нам парень сказал про подпольные бои, вроде он. Так что это бы, ну, а, это все вместе, да? А, ну, выносливость, в принципе, мне нужна, но мне нужна и ловкость, чтобы нормально попадать. Давайте-ка я сделаю себе силу в пятерку. И ловкость в тройку, увеличивает вашу точность и шанс уклонения, ну не знаю. Держать удар, как быструю энергию, даже не знаю, кстати, что мне лучше вкачать, может быть даже выносливость. Выносливость, наверное, полезнее будет. Цель достигнута, вы в отличной форме, по правде говоря, ты выглядишь даже лучше, чем я. А чё так мало-то, я хочу больше. О, давай-давай. Музычка идет, мы прокачиваемся. Да, с музыкой реально повеселее играть. Все, и бежим на беговую дорожку. Побегаем, сделаем кардио и добьем выносливость до троечки. Так. Так. Отлично, давайте-ка ее закрепим, чтобы мы не слили уровень нашего показателя. Прям конкретно так сейчас набьем. Прям до конца, давай, 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 давай. Все, мы хотим кушать. Идем в продуктовый или домой сразу. Давайте домой. Сразу домой схожу. Проверю еду. Так. Что у нас там в холодильнике, я не понял. Последний кусок мяса был, к сожалению. Это фигово на самом деле. Бой, потому что уже через 2 дня у нас нет нормальной еды. Так, спим немножко. Вот так вот поспали, все. И в магазин. Пешком, конечно. Конечно, пешком. Будем ходить пешком. Ты с каждым днем выглядишь все сильнее. Ну, смотри, бицуха, какая бицуха-то у меня. Так, и набираем себе мясо. Теперь у нас снова нет денег. Идем домой. Кушаем. И, блин, я сейчас все солью. Все, бой когда? Бой через 2 дня, нормально. Идем зарабатывать деньги. И... потом тренируемся весь день. Только 50 долларов мне нужно, да, получается? Так, сливаем до единицы, получается, да, мы? Да, до единицы мы сливаем. Так, деньги получил, и идем в тренажерочку. Тренажерку. Очень уставшие, мы дико уставшие, идем в зал, чтобы можно было позаниматься нормально. И давайте я начну с выносливости. Выносливость, потому что я сильно слил. Так, тренируемся. Хотя очень быстро она растет у меня почему-то. Очень быстро растет, смотрите-ка. Просто безумно. Так, и теперь силовушку давайте набьем. Вот так. Даже, может быть, можно сделать 4-3-3, я не знаю, это вообще реально. Давайте проверим. Кажется, у меня быстрее кончится еда, чем будет тут тройка. Ну-ка. Ну, если я успею сделать 5-3-3, то я вообще буду супер подкачанным. Ну, как бы так-то я успеваю, да. Да и по еде вроде нормально, смотрите-ка. Нормально, кстати, нормально. Я очень голодный и очень уставший, но это не проблема. Идем в магазин Апу.
И покупаем у него еще один кусок мяса. И идем домой отдыхать. Показатели у нас хорошо сохранились. 5-3-3. Оба-на, это кто? Алло? Да. Ну что, уже поставил в гараж парочку тренажеров. Вообще, это хорошая идея подкопить деньжат и не мотаться постоянно в зал. Вообще, да, ты прав. Реально круто. Ну да, возможно, это мне сэкономит кучу времени. Но с другой стороны, тренажеры такие дорогие. Да ладно. Да, они не дешевые. Кроме того, в городе полно негодяев, которые хотят отобрать твои накопленные деньги. Не беспокойся. Да, не беспокойся, Фрэнк, я могу постоять за себя. Я только хотел сказать, не беспокойся за меня, я справлюсь сам. Так, уже бой пошел, да, у нас сегодня? Что у нас там? А что за это? Сейчас проверим. Немножко отдыха не повредит перед боем, поспали. Что там хотят от нас? Что хотят-то? Не понимаю. Ладно, идем в бой. Кто там? Так, тот же самый парень, давайте попробуем ему отомстить. Блок или апперкот? А я вообще взял его? Да, взял апперкот я. Давайте пока попробуем без блока, посмотрим, как будет катка тащиться у нас. 5-3-3, мы сильнее, чем он. В разы. Пробуем. Так, 5. По выносливости мы с ним идем примерно наравне, но так себе, кстати. Он все-таки получше. Почему-то он лучше, чем мы. Я не понимаю, почему ничего у него с выносливости. У него вообще дикая выносливость, хотя мы такой, мы даже лучше, чем он по показателю. Что не так? Может быть, этот удар отнимает слишком много сил у нас? Что он говорит? Простой удар, не затрагивающий, не затрачивающий много энергии. Урон 4, меткость 86. Не понимаю, ну ладно, мы в принципе прокинули его неплохо. Давайте попробуем дальше. Без блока. Так. 11, 21 комбо, вот это да! 11 снова. Вот это было комбо, супер. У нас, правда, кончилась выносливость. Просто 3, 2, 0. Сейчас снова сделаю там нокдаун. У меня есть шанс его забить, у меня выносливости тоже сейчас неплохо. Если мы сейчас по нему неплохо попадем, то я затащу катку. Давай, давай, давай. Блин, он снова выбил нам всю выносливость. Снова в нулину. Но у него 6 здоровья. А, да, 6 здоровья на 50 здоровья, да? Точнее, на 40 с чем? На 42, наверное, 49. Да выруби уже меня, выруби меня. Я же по нему не попаду. Так, ребята, нужно сделать по нему 1-2 удара. Все, нокаут. Отлично. Наконец-то этого поганого урода мы убили. Вот так-то. Дерево умений. Активное умение сегодня. Да, наконец-таки я хотел его очень долго. Оно позволяет нам... так, записываемся на следующий турнир. Оно позволяет нам иметь теперь 3 умения. Собственно, давайте-ка сходим, проверим, что там на заброшенном складе. Привет. Мне сказали, что ты устраиваешь подпольные бои. На копа ты не похож, так что да. Цель достигнута, теперь ты можешь сражаться в подпольной лиге, я немного волнуюсь о возможных травмах. Забей. Я хочу участвовать в подпольных боях. Хорошо. Только учти, наши бои очень опасны, проводятся не каждый день. Испытай себе. Первый бой в подпольной лиге. Ну-ка. О, очки 0 из 300, да? Давайте попробуем. Ой-ой-ой, какие тут опасные парни. А можно выйти? Черт, а выйти-то нельзя. Я же его не убью. Твою мать. Ладно, у нас есть блок. Давайте попробуем, я не знаю. Но он меня забьет. У него все лучше, чем у меня. Он круче, чем я. У него бэкдропы какие-то. Он меня сейчас уничтожит. У него ХП больше. Не-не-не, мне конец. Я даже ускорю, чтобы это просто времени не тратить, я проиграли. Этот бой. Бэм-бэм-бэм-бэм. Кстати, мы неплохо его прокидываем, но мне не хватит сил это сделать. Как бы я больно по нему не бил. Да ладно! Но у него энергии мало, как и у меня. Давай, держись! Черт! Так. Вдруг есть шанс, хотя я не уверен.
Не-не, шанса нет, все, скорее дальше. Это была мимолетная надежда. Он нас убил. Я потерял сколько здоровья? Все, наверное, 60, да? Ох, просто в ноль. Ты получил травму, теперь нужно время для реабилитации. Понятно. Перелом ноги, костыль не помешает. Занятия, не действующие ноги, менее эффективно. Но я понял, в чем тут опасность вообще. То есть, видите, и больше драться нельзя. То есть, у нас пока случайные соперники, бои на выносливость, два противника подряд, ого, круто. Но пока мы не были готовы. Так, у нас на 4 дня перелом ноги, ладно. Опять нажимай туда. Идем домой, наверное, отсыпаемся. Нам нужно отдохнуть, сходить на реабилитацию. Так. Нужно больше спать. А здоровье у нас не восстанавливается. А, нет, нормально, более-менее идет. Так, давайте выспимся. И мы получили травму, к сожалению, очень тяжелую травму. Последний кусок мяса, и все-таки пока рано я пошел туда. Нужно было пойти работать. Долгих лет тебе жизни, герой, спасибо, но если я буду ходить на такие бои, долго я не продержусь. В зал я пока не пойду. Мы с вами пока, ребята, отдыхаем, скорее всего, сольем лимбу. Как бы грустно это не было, но это так. Так. Предстоящие бои, я все скинул, да. К сожалению, я потерял все свои навыки. А мы продолжаем тем временем работать. Продолжаем набирать денег. Очень упорно, конечно, работаем сейчас. Очень упорно, крайне упорно, конец дня. А я все продолжаю и продолжаю трудиться. Ну а что, если перелом? Я сейчас ничего не добьюсь вообще. Все, я заработал денег, идем домой. Что опять этот чемодан меня начинает доставать уже? А можно я поем? Пожалуйста, да дай не поесть, а игра, блин. Да не хочу, ну ладно, я имею какой-то квест. Так, что там, спортпит? Пойдем пешком. Привет, док, что-то ты не очень веселый. Да так, кое-какие проблемы. Да угадаю, произошло какое-то преступление. А да, у меня из подвала украли лазер. Что? Мог упасть так низко, чтобы украсть ученого лазер. Не знаю, мама сказала, что это были какие-то ребята в масках животных. Снова, смотрите-ка, а? Ты уже обратился в полицию? Ну, я бы не хотел, чтобы они знали, что у меня в подвале был лазер, соответственно, да. Логично, логично, конечно. Не нравится мне вся эта история с чемоданом и ограблением. Мне тоже. Я попробую тебе помочь и вернуть лазер. Как знаю, но я уже не надеюсь увидеть моего малыша. Я бы пошутил по поводу твоего малыша, но не буду, доктор. Идем домой. И давайте перекусим пиццей и куском мяса и ляжем отдыхать, восстанавливать свои силы. Осталось 2 дня. Твое настроение упало, все твои тренировки станут менее эффективными. Ну, я понимаю. Спи давай. Мне нужно как-то поднять здоровье, ну, то есть мне нужно бой мой затащить, да, хотя бы один. Да я солью его, скорее всего. Конец дня, и сегодня у нас 2 боя сразу. Подпольные бои. Я вообще не сунусь. Мне там делать нечего. Съем кусок мяса, и давайте-ка попробую я затащить. На лиге новичков. 1, 2, 3, какой-то боб. Он у нас лучше во всем. Удар правый, хай панч и блок. Ну, давайте попробуем. Ой-ой-ой. Так, мы пока что мы его прокидываем неплохо. По энергии он нас выигрывает, в принципе, на 10-ку. В принципе, парень не такой уж и опасный, но у нас есть маленький шанс его пробить. Прокидываем 3-ку. Он нам 2-ку. 2-ку комбо из 7 нам прокидывает. Мы ему 2-ку, 3-ку снова. Он нам 3-ку, 5-ку, 8-ку, 9-ку комбо нам проливает, мы слишком слабенько его бьем, он нас догоняет. 3-ка, 6-ка, комбо 7 делает нам. Так, нужно что-то делать, ты чё? Или нам нужно собраться, так, давай-давай. Ты сможешь.
И он снова нам прокидывает комбо из 7. Мы ему тройку, очень мало прокидываем ему, очень мало, меньше половины, он нам быстрее все проносит. Ускоряется поединок, 2, 4, 7, комбо, нокаут. У нас очень мало выносливости, и снова мы снова, походу, проигрываем бой, да? Ну да, видите, перелом ноги все-таки. И он нас уничтожает. Вот такая вот у нас травма. Мы снова проигрываем и теряем свои навыки. Очень фиговый бой получился у нас, видите, мы теряем очень много чего. Я бы даже бы не пошел бы на эту лигу, но я собрал себе неплохо очков. И мышечную память, что это параметр силы, не может опуститься ниже 4. Ну давай, да. Как бы будем идти вот сюда вот. Мышечную память, мне пока что это нравится. Сила, кросс, немного мотивации. Путь медведя мне открывается, то есть мой силовой путь. Как бы это вообще, в принципе, неплохо. Хорошая реакция, шансы какие-то, смотрите-ка. Неплохо, мне пока нравится. Записаться или нет? Давайте запишусь, вдруг что повезет мне. И пойдем на работу. Мне нужно идти на работу. Я продолжаю работать. Мне нужно, по-моему... Сколько мне нужно-то, подождите. А я же не смотрел, сколько мне нужно даже. Давайте-ка наберу, не знаю, наберу 250-300 долларов, скорее всего 250, и сходим. Может быть, сразу сумеем все купить сразу. Так, прекращаем и идем в магазин спорттоваров, да? Так, спарринг, иди сюда, я сделаю. Ну, уже знаком. А, ну понятно, продавец спортпита, да? А это кто? Ха, пропер. Мистер Пропер веселее. Это про тебя мне рассказал Сильвер. Ты занимаешься всякой магией. Магия, ну уж нет. Это все наука. У меня есть эликсиры, которые сделают тебя сильнее, быстрее, здоровее. Это типа стероиды, что ли? Наркотики или что? Ты достаточно смелый для того, чтобы испытывать мои эликсиры, я думаю. Ну, само собой, я смелый. Звучит здорово. Ага, так и есть. Возможно, конечно, последствия, но я думаю, ничего серьезного. Да какие последствия? Ты чё, ради цели, я хоть обколюсь ими. Такого бравого парня, как ты-то, не должно остановить. Там пропер у нас потирает лысину, чтобы она блестела. Идем к нему. Ага, вот, стоит все не так уж и дорого. Смотрите-ка, жимовая скамья 250, беговая дорожка 200, маленькая груша, венчун. Но жимовую скамью пока делать себе не буду, у нас силы не будут падать, а вот... Груши я бы себе поставил, или беговую дорожку. Или венчун, нет, не венчун. Что бы не взять-то? Беговая дорожка или маленькая груша? Давайте-ка пока маленькую грушу возьму себе домой. И пойду в магазин продуктовый. Закуплю. Ты скажешь, не выглядишь сильнее. В смысле сильнее? Я ногу сломал. Вот. Вот так, 5. Все, мы потратили все деньги, которые только есть, и заниматься в зале я больше не могу. Иду домой. Отдыхаю. Так. Потом поедим и потренируемся, наверное, на груши. Полное восстановление хочу себе сделать. Прямо вот до конца. О, все, голодный. Съедаем. 2 куска мяса. И вот сюда, да, вроде? Или куда? Да, вот она, груша появилась. Давайте-ка долбить ее. Ну если... А, у нас настроение плохое. Очень-очень-очень мало дается. Потому что мы проигрываем все бои. Ай-яй-яй, это очень плохо, конечно. Конец дня, все нормально, идем на работу дальше. Мне нужно улучшать мои силовые. Поэтому идем на работу. У нас нога прошла, отлично. И идем работать дальше, так. Мне нужно 100 долларов еще. Так. О, у нас радость. У нас вообще ужасность, как сильно портится настроение из-за работы. Я только сейчас это увидел. Ужас просто. Так, бой когда у нас? А бой уже сейчас, да? И там опасно, пацан-то? Опять Гексер! Я же его не убью. Твою ж мать. Ребят, мы еще проиграли один бой. Так. Прокидываем ему не так уж много. 8, 1, 9. Хоть он не нормально, смотрите. У нас, правда, по ловкости опять беда какая-то идет. Ох, он нам комбо здесь и прокидывает. Мы бьем его, бьем. 4 комбо, 12 комбо. У нас снова нам нокдауны делают.
У него неистовое количество энергии, просто неистовое. Так, по ударам я попадаю как? Очень фигово. Но я же должен его убить. 19 здоровья всего лишь, 50. Давай. Забей этого бомжонка второй раз, давай, за серию. Да ты чё? Забей его второй раз за серию, пожалуйста. Докажи всем, то, что ты нормально стараешься со слом после травмы. Готов тренироваться и убивать таких бомжей, как он. Давай! 22 всего лишь на 8, у нас есть шанс. Прошу тебя. Все, 8, да. голос сорвал. Счастье подняли, здоровье, 4 поинта. Классно. Привет, дружище, я Рой. Твой бой был улетным. Ага, просто улетно. Я поставил на тебя и сорвал приличный куш. Я должен тебя благодарить. Пошли-ка в бар, я угощаю. Ух ты. Ну давай, пойдем, попьем. Вообще-то давай, мне не помешало бы расслабиться. Друг, Рой хороший парень. Думаю, вы сможете подружиться. Отлично, дружище, пошли. После двух, а может 5 кружек пива, ты решил выйти подышать свежим воздухом. Мы кого-то встретили. Хороший вечер, правда? Чего? А, да, ничего так. Хочу тебя спросить кое-что. Ты что-то знаешь о саморазрушении? Тайлер, ты какой-то неплохой парень. Один раз я уронил на ногу кирпич. Вообще, я больше люблю саморазвиваться, как меня отец воспитал. Саморазвиваться это как? Мускулы побольше, кошелек потолще, машину в кредит взять. Это все в конце концов завладеет тобой, приятель. Послушай, я просто хочу выпить пивка и пойти домой. А ты втираешь не какую-то дичь. Ты слишком медленно соображаешь для бойца, пойми. Ты не станешь хуже без всякого этого потребительского дерьма. Если хочешь получить что-то действительно ценное, например, пару шрамов. Ты знаешь, где меня найти. Ты чё? Я же тебя тащу. Ладно. Записываемся на следующий бой. И вот теперь нам нужно реально мощно тренироваться. Я иду в зал. И до конца своей энергии сейчас буду долбиться. Я буду долбиться на силовых, скорее всего. Мне нужно сил больше поднять. Вот так. Вот так. Тренироваться мы любим, да. Очень как-то медленно она растет у меня. Начало. А где моя... Вот оно. Ну да, мой силач. Неплохо. Ты чего, отдыхать решил? Давай-давай дальше тренируйся. Тренируйся упорнее. Чтобы быть настоящим воином, так. Энергия у нас пока еще нормально, держимся, более-менее, хотя ее уже мало, блин. Но до пятерки я дотягиваю вроде бы дотягиваю. Ну да, просто устал от этого тренажера, идем второй. Вот так. Энергия 14%, половину энергии мы потратили из того, что было, и идем дальше, добиваемся. 5 силы как-никак. Все, нам пора спать, идем домой. Пешочком отдыхаем. Да твою мать! Что, кто там, алё? Ну что, малец, ты уже везде в городе побывал? Нет. А мне правда нужно прям везде побывать? Да нет, просто так спрашиваю. Вообще у всех мест есть свое предназначение. Все неспроста. Это мне намекают, что я должен везде побывать и везде есть какие-то плюшки? Ну ты загнул. Учись, пока я жив. Dark Souls пошел, ладно. Отсыпаемся, пока можем. И идем хомячить. Хомячить идем. А вот сразу 2 куска съедаем. И дальше идем спать. Так, я снова слил. Бои завтра, я так понимаю. Да твою мать, села взяла в скайпе лазить, не могу отключить его. Ленивый я. Так. Так, заколебали, сейчас. О, теперь так-то лучше. 4 поинта, нет, не хочу. Так, у нас кончается еда, у нас всего мало. Денег тоже мало. Давайте-ка на стройку. И давайте добудем еще немножко всего, чего можем.
Лишние 50 долларов не, лишними не будут, как говорится. Так. И в тренажерочку. Мне нужно поднять мои характеристики. А именно еще раз силу набить, потому что я сейчас ее солью. И чтобы ее не слить, надо тренироваться. Сейчас, блин, очень мало мне по показателям, очень слабенько. Бой когда? Бой завтра еще, хорошо. Если бой завтра, то это круто. Набиваем себе силу. И идем на жим. Жим ногами. Точнее, чего? Жим ногами это немножко другое, ладно. Присед делаем. Так. Сейчас, кстати, солью себе еще и ловкость. Очень тяжело все навыки после травмы восстанавливать, конечно. Очень тяжело. Устал от тренажера. И идем набьем себе выносливости, ловкости немножко. Буквально капельку. И вот такой вот 5-2-2 уже можно будет идти в бой. Даже я бы сделал 5-3-3, но пока что это сложно. Подниму пока столько, сколько смогу. Вообще, я бы купил бы тренажер и просто бы этот зал бы уже не ходил, а просто спокойно бы занимался дома. В принципе, к этому я и стремлюсь на самом-то деле. Так, идем спать. Нет. Начали перекус. Последний кусок мяса. Денежки заканчиваются у нас, блин. Ну и сломать себе ноги не хочется. Там, конечно, даются, наверное, крутые деньги за победы. Так, мы выспались. Встаем и идем на бой. 1, 2, 3. Боб Дредсон, какой-то новичок. Давайте-ка его уделаем по-быстрому. 1, 5. Комбо прокидываем ему. Опять у нас по выносливости очень много проблем. То есть как бы у нас уже половина выносливости даже больше прошло. От того, что он уворачивается, мы все просто теряем. Мне это крайне не нравится. Так. Ну, мы неплохо ему прокинули. У нас у него осталось всего лишь 30 здоровья, но у нас кончилась выносливость. Теперь мы будем отхватывать в нокдаунах. Так, оканчивается раунд, и смотрим, что из этого выйдет у нас. 10 хп прокидываем ему очень хорошо. У него остается всего лишь десяточка. Нам он делает нокдаун, скорее всего, да. И мы пытаемся его уложить еще одним или двумя ударами. Надо это сделать. Ну давай. Так, третий раунд должен быть финальным для него. Смотрим и... Ну давай, чё ты? Бей его! Бей его! Все, последний удар ему остался. Я думаю, я справлюсь. Да, нокаут. Все, Боб Дредсон, или как его звали, он проиграл. Мы получаем счастье и новые очки. Все, потихонечку мы развиваемся. Кросс, что это? Мощный удар рукой, обладающий низкими требованиями к показателю ловкости персонажа. Ну а как? И потом немного мотивации. Этот постер увеличивает силу, да? Да. Прикольно. Записываемся на следующий бой. Мы уже на 9-й позиции. Мы неплохо так растем. Да, неплохо. Побед 5 уже. Процент успеха 45%, правда. Но мы идем на стройку. И до конца постараюсь еще 50 долларов набить себе, если смогу. Так. Да, я неплохо набираю себе сейчас денежки. Но, скорее всего, еще 50 я не наберу. Скорее всего, потому что я сейчас проголодаюсь. Да, это Годин. И мы идем в магазин к Апу. Наконец-то Апу нас накормит. Так. Я набираю 5 кусочков мяса и возвращаюсь к себе домой, соответственно. У меня очень фиговые показатели, конечно. Сразу съедаю 2 куска на будущее. У нас полные показатели и иду спать. Ой-ой-ой, у меня там какие-то призраки в доме. Тут что-то уронил. Кошка, наверное, с ума сходит. Так, мы выспались, и я иду в залечек. А нет, ребята. Время до серии подошло к концу, и что это я? Ой, за временем за себя не уследил. Поэтому на этом пока все. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите побольше комментариев. А с вами был Мост, и всем до встречи, всем пока.